Вам не стыдно, ребята, не стыдно? А вам не стыдно? Не стыдно, я не с тобой разговариваю. Я не с тобой разговариваю. Иди облизывай задницу, кем ты дальше? Ты позорником. Идите, облизывайте задницу и если не ту. Иди, я не говорю, иди позорище. Что с вами, с головой тяжело или что? Сейчас, что вы хотите от ребят? Слушай, как меняется власть, ты так находишься, да? Они за деньги туда пришли. Сейчас вы их напоите и все. А что вы? Да. Смотрите на ребят образованных. Да ты что? А ну покажи мне. Давай задам вопрос ребятам, образованным ребятам. Задайте вопрос. Ребята, когда война началась? Вторая мировая. Когда началась? Вот это знаешь? Два порядочных человека, они даже стесняются кричать. А ты позорник, бандитов защищаешь. Ты позорник, бандитов защищаешь. Не меня. Кто бандит? Кто бандит? Ты бандитов защищаешь. Бандитов защищаешь. Бандитов защищаешь. Бандитов защищаешь. Бандитов защищаешь. Потому что ты бандитов защищаешь. У меня все в порядке. Все в порядке. А кого ты привел? Ты пацанов привел. Все, под удар. Что вы хотите? Под ваш удар? Ты... Вы готовы людей бить, да? Нет. А под какой удар? Под удар народный. Какой народный удар? Нет. Вот эти 300 человек, которые здесь, это весь народ. Пожалуйста, народ, я вас прошу. Не трогайте. Не трогайте. Милиция в ваших руках, судьи в ваших руках, вы здесь что сюда пришли? Что вы ко мне пристали? Вы сюда все, что пришли? Тетенька, не приставайте ко мне, пожалуйста. Товарищи, не надо обращать. Гора людина. Просто не треба звертать. Разойдитесь, пропустите машину. Просто сборище неадекватно, реально. Не, ну я ж не знаю. Я скоряк. Не треба ніколи.